Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Вмощуйте зручніше. Нині дуже цінна розмова для того, щоб ви зрозуміли, як у них і чому у нас не так. Як вирішити проблему із мобілізацією? Як Ізраїль зміг так зробити, аби їхні воїни і ветерани, і діючі воїни, які підписали контракт зі Збройними силами Ізраїлю, мають демобілізацію, мають укомплектоване військо? І чому 4 місяці прослуживши, вони міняють один одного, спокійно виїжджаючи за кордон і будучи спокійними, що у них є оснащення, соціальний пакет і можливість майбутнього, якщо раптом з воїном Цахало щось станеться. Борис Сигал в Ізраїлі, я в Україні, в Києві. І за кілька секунд ви почуєте цю дуже важливу розмову. Підпишіться на нас, якщо ще ні. Дякую за довіру. Починаємо. Борисе, моє вітання. Борис нині в Ізраїлі фактично біля кордону із Ліваном. Дуже крута локація у нього сьогодні. Тому він мені сказав, якщо ти почуєш якісь звуки такі знайомі, то знай, що та, ми в схожих умовах. Борисе, ми не спілкувалися кілька місяців, і те, що українці спостерігають останнім часом в подіях з боку Ізраїля і цих терористичних угруповань, але це все вражає, але і одночасно вражає Ізраїль, який йде не здаючись, випереджаючи удари, наземні операції, повітряні операції, перехоплення ракет, це все вражає. Хотілося б з перших вуст, щоб ти розповів, як нині ви переживаєте цю історію, і по суті то війна не закінчується, ваша війна, вона продовжується. І як в цьому жити, і що чекати від Ірана, Путіна і інших союзників, незважаючи на знищення там ватажків Хезболи і інших мордерів, життя у війні прогнозовано, ну, ще може бути років 10, а то і більше. Що думають про це ізраїльтяни? Розкажи, як воїн і як цивільний. Ну, как сказать, мы сейчас находимся плюс-минус, можно сказать, в одинаковых условиях, поэтому я думаю, что украинцы очень просто это поймут, им это легко понять. Год войны, большой войны, ну, по сравнению, конечно, скажем, с Украиной и там, где в Украине 1000 километров линия фронта, у нас она, конечно, поменьше, но разница, она не в какой войне, а что она приносит, да, то есть мы, например, воюем с двумя, в принципе, террористическими группировками, но, как оказалось, это две террористические армии, и, видать, они на Ближнем Востоке, ну, превосходят очень многие регулярные армии, у меня такое ощущение, что даже иранские сухопутные силы не находятся на таком же уровне подготовки, как эти две организации, почему? Потому что в них вливали, как мы понимаем на сегодня, огромные деньги. Туда шло все самое лучшее, все на самое новое, то есть это же надо было откуда-то убирать, то есть иранская армия получала меньше, эти получали больше. Поэтому война тяжелая, затяжная, они выучили уроки, попросили знаний у Северной Кореи и у России, как мы это знаем уже, то есть скрывать здесь вообще нечего, я не понимаю, почему наше правительство с этим так это, ну, очень осторожно, но опять же, мы большая, как вы поняли, большая политика, оно дело очень темное, и, как мы видим, друзья оказываются не друзьями, союзники оказываются не союзниками, многое что происходит. И они выучили уроки, они сделали очень серьезные, подготовили очень много количественно людей, качественно, чтобы попытаться уничтожить Израиль одним ударом, это у них не получилось. И сейчас идет в их понимании война на наше истощение, только они не поняли одного, что они поставили Израиль в позицию, что нет выбора, да, как у Украины, то есть проиграть нельзя. То есть на истощение война, она уже на нашей стороне выиграна, как вы только ее начали, с тем, чтобы истощить нас, поставив нас в положение, когда нет выбора. Когда ты ставишь, когда есть выбор и на истощение, тогда противник будет договариваться, а у нас нет выбора. И война на истощение будет уже выиграна нами по-любому. Почему? Ну, как я и сказал, во-первых, у нас нет выбора, во-вторых, у нас полнейшее понимание среди мирного населения, что происходит,
что это надолго. Нас предупредили, никто нам не говорил, что мы победим за 2 недели. Не было такого. Нам сразу сказали, будет долго, очень долго. Готовьтесь, будет год, два и три, как получится. И на данном этапе, то есть на данном этапе мы смогли сломить их сопротивление полностью, что в Газе, то есть Газа из себя больше не представляет военной угрозы. Вообще никак. Если бы не выборы в Америке, там бы война уже давно закончилась, и страдания бедного палестинского народа просто бы закончились. Но есть выборы, нужны А фотографии. чому ти так вважаєш, що закінчилося б, Бориса? Чому ти вважаєш, що якби не вибори, закінчилося б страждання? А потому что американская сторона очень всегда давит на гуманитарную, то есть выставляющую гуманитарную помощь. Хотя они сами знают, что гуманитарная помощь идет Хамасу, она не идет жителям Газа. То есть это даже доказано, уже показывали видео. То есть им уже все это делали. То есть у них есть живые свидетельства с Газа, не от нашей стороны. То есть те, которые им дают свидетельства, им врать нету смысла. Это сотрудники ООН, которые там остались, местные жители. Ним ничего не доходит, все идет Хамасу. Все раскладывается, то есть идет, то есть они тупо подпитывают Хамас, пока Хамас получает еду, в условиях, когда у людей нет еды, он может призывать одноразовых боевиков, тупо одноразовых, несут на одноразовые за еду, как это было в древности. И американская администрация это знает, но у них есть выборы, есть люди, которые голосуют, потому что они такие вот за мир и за гуманитарную помощь всем на свете, тем самым продолжая страдания. То есть это немного лицемерие. Они с помощью гуманитарной помощи, как они думают, они продолжают страдания этих людей. Почему Хамас не хочет сдаваться? Потому что ему есть что кушать. То есть те боевики, оставшиеся в живых, пока у них есть что кушать, они не сдадутся. В начале войны, первые 3 месяца, сдалось огромное количество боевиков, у них закончилась еда. Еда и вода, все. Под землей без еды и воды, насколько ты героем не был, ну или друг друга кушать, или высадить наружу. Вот они поздавались. У них просто закончилась еда и вода, а сверху подниматься было страшно, потому что там армия уничтожает все, что, ну, все, что с оружием. Поэтому они без оружия выходили, сдавались. И сдалось огромное количество. На севере Хизбалла почти год нас обстреливал, и всем было это приятно, хорошо. У нас гибли дети, и как бы это нормально. Мы наконец-то разобрались с одним врагом, обратили внимание на другого. И всем стало вдруг как-то страшно, я не понимаю, почему. То есть такое ощущение, что все эти люди боятся, что мы чего-то найдем. Президент Франции, президент Турции, что мы чего-то найдем такого вливания, что вяжет их напрямую, что ли. То есть они тоже имеют к этому ответственность. Вот здесь много вопросов. И понятно, что российское оружие найдено уже не то, что в Газе, там, которое там могло попасть через ливийских складов или там через... Нет, это напрямую современное, 23-го года выпуска, то есть современное российское оружие. Оно было найдено в Ливане. Понятно, что этим оружием их обучали, кто их обучал, тоже понятно. И я считаю, что ну, Израиль должен как-то на это реагировать, в плане того, что, конечно, мы в Сирии реагируем на это, мы им там серьезно жизнь портим, да, там уничтожаем склады с их авиабазами, они боятся там что-то сделать, уничтожаем конвои, которые они типа охраняют. Но этого мало, потому что это иранское, все это нихнее. Вот вопрос бы ударить по их оружию, было бы интересно посмотреть, конечно, но это когда следующий шаг. Поэтому вот то, что ты говорила, прогнозы на будущее, к сожалению, пока он жив, а все, что происходит в России, то оно показывает на то, что развал уже просто, ну, то есть они уже как бы дошли до маразма полнейшего, и от этого маразма уже, то есть, ну, только дорога. Как я еще помню, мы 2 года как-то говорили назад, я сказал, что они один день развалятся, потому что они уже перешли, ну, тогда уже вся точка невозврата пройдена. Вот сейчас этот пик, да, просто виден этот маразм, Как ты когда это там вот эти... сканируешь? В чем этот пик? Как ты это осознаешь? А это можно следить за моральной составляющей только даже за двумя, да, власть имущими и армией. Их армия полностью развалилась. То есть это не армия, то есть там остался, наверное, какой-то косяк, несколько десятков тысяч еще, может, вменяемых или там каких-то дисциплинированных бойцов, которые хоть что-то понимают и подчиняются приказам и хоть каким-то пониманием. Все остальное, как мы видим, это просто, ну, куча мародеров, убийц. То есть эта армия полностью деморализована, да, в плане... Это уже не армия, это просто, как сказать,
их отделяет от бандформирований только то, что их всех называют российской армией. Да, это просто тупо бандформирование, которыми командует тот или иной полевой командир. Хороший, плохой. Но это вот именно вот так выглядит. И ихние власти, как мы видим, маразм за маразмом, то есть там уже скоро дойдут, что, ну, я не знаю, ну, там просто все, что они там скоро в Северную Корею скатятся. Ну, последнее, что я Да. слышал, правда, нет, может над ними кто-то их, как говорится, современным языком троллит. Тролінгу немає, тому що частина представників Північної Кореї, їхньої армії, вже на Донбасі. І знаю, що офіцери були знищені під час влучного удару Збройних сил по території Донецька, зокрема, де вони якраз приїхали консультувати. Для того, щоб КНДР підсилили їхні позиції на кількох одразу напрямках. І сьогодні, коли ми з тобою говоримо і пишемо цей ефір, ряд командирів найбоєздатніших штурмових підрозділів, зокрема там третя штурмова, написали, що це насправді дуже загрозливий дзвінок, тому що це може змінити в негативний бік для України. А в позитивний для Росії наступи на кількох напрямках, які ну дуже погано нині захищені нами, тому що не були зроблені ряд кроків, та у них всього цього м'яса навалом. Тому українці, військове командування дуже, знаєш, з такою пересторогою ставиться до того, що вони зараз сюди заїдуть. Ти сказав фразу про очікування виборів в Сполучених Штатах Америки. Ну, типу, якщо б вони зараз вже сталися, то було б все інакше. Тут в Україні, як ти знаєш, теж очікують на те, хто власне переможе, і від того буде залежати вже майбутня стратегія. Думки на те, на кого ставити, розділилися. Тобто, ясна справа, що ми всі. Таке прогресивне суспільство за демократів, і в цілому політика Джозефа Байдена і його цінності нам були близькі, але допомога, яка могла би бути в рази більшою, і кроки, які могли б бути в рази категоричніше, на відміну від Ізраїля, американці не дають можливості навіть певним країнам НАТО перехоплювати ракети росіян, які літають на наші землі. Могли б це робити і Румунія, і Польща. Ну, як варіант, біля їхніх кордонів. Ні. Бити всередину країни ні. Тобто дуже багато, але тому люди вже думають, можливо, і Трамп був би людиною, яка вчиняла більш категорично. Словом, незрозуміло, як воно буде. Для нас дуже зараз важкий етап. Рішень немає. Фронт дуже важкий. І до листопада треба ще протриматися, Борисе, щоб не втратити, наприклад, Луганську область, яка окупована на 98%. Навіть там, ну там маленький клаптик лишився, розумієш, та? Просто маленький клаптик лишився, який не до кінця окупований. І наші стоять, його тримають. Я тебе спитаю, що ізраїльтяни думають з приводу цих кандидатів на вибори у США, і яка би твоя була позиція як військового, який слідкує за наданням допомоги Сполученими Штатами, Ізраїлю, напевно, про Ізраїль тебе буде питати. Ну і багато таке векторне запитання, але думаю, що ти в одній відповіді даш мені розуміння. Чому, як ти думаєш, Ізраїлю дають можливість допомоги з боку США, страхуючи в перехопленні ракет? А Україні, ну, навідріз, ні і все. Ну, це ж маячня про вступ НАТО у війну тоді. Ну, Борисе, ну це маячня, розумієш? Та ми вже їхньою зброєю воюємо. Я с тобой полностью согласен, что это, ну, это как бы не увязывается никакие, вот знаешь, очень многие люди, которые там пытаются как-то не анализовать и дать этому оценку, ну, кто хоть понимает хоть в чем-то, да, все приходят к одному выводу, что играться в войну и на ней эскалацию такой войны, ну, не бывает. Ну, как бы, когда выстрелила, уже первая пуля полетела, уже все, эскалация. То есть там играться, что будет меньше эскалации, больше, наоборот. Когда американцы вот этой новой политикой своей неэскалации показали русским, что вы можете воевать в Украине, и вам за это ничего не будет, а им за это, как мы видим, ну ничего, вы же видите, у них как производилось, все производится. Свои люди, что у них там будут хуже жить, ну, вот этому Путину, как вурдалаку главному, ему все равно.
Вурдалак вообще все равно на своих, как говорится, мясо и все. Ну, будет оно жить, нет, а ему все равно. Олигархам все равно, военпром работает. То есть вот эта политика, которая показала им, что вы можете типа делать, что хотите здесь, но туда не лезть, она так не работает, потому что они туда залезут. Нельзя сказать такому человеку, вот здесь да, для него вот здесь да, это значит везде да. Поставить Польше, Румынии, скажем, системы, хорошие системы ПВО, которые закроют Украину, ну хотя бы западные ее части на 200 километров, на 300 внутри, Это ого-го не помощь. переходя, да, это не переходя границу, это же любому человеку понятно, это значит свои производства, свой военпром, свои тылы, можно отвезти туда, и все, они защищены, и выращивай новую армию, детей туда вывезите, ну как бы понятно, да? А вот эта вот игра, что на истребление украинцев, потому что у них, видите ли, выборы, и они решили, что эскалация в 21 веке – это плохо, и надо быть всем мирными, белыми и пушистыми, но с такими режимами, как в России, в Иране, в Корее, ну это вообще кошмар какой-то. Ну это же просто. Если китайцы, они еще, у них своя политика, они не белые, не пушистые, но они договороспособны. То есть они как бы могут что играться за кулисами, но они договороспособны. Россия и Иран, как мы поняли, не договороспособны. То есть их не сами, то есть в России вся страна, в Иране верхушка, да, то есть мы как понимаем, что разница между Ираном и Россией очень сильная. В Иране есть народ, который готов протестовать, или ты это доказывал не раз, просто у народа нету силы, да, у него, ну, там, не разрешается оружие, ничего не разрешается, все только у властей. А в России же, как мы видели, народ рабский. Он никуда не выходит, он ни на что не способен. То есть он такой же, как и правители. Иран чуть по-другому, но с ними нельзя договариваться. Никак. И поэтому вот эта непонятная политика, когда американцы с французами, немцами, англичанами защищают наше небо, а в Украине они это не делают, воюя с одним и тем же противником. То есть это Иран и Россия. То есть там, ну, нету там не то, что Иран один, мы же понимаем, что Россия там принимает участие и так далее. То есть там, ей же надо учиться на ракеты, да, запускать. Где учиться запускать ракеты? Не у иранцев, которые их запускают по-настоящему, конечно, а там. То есть мы об этом говорим. И вот эта непонятная игра, почему наше небо они защищают, большое им спасибо, конечно. Но, с другой стороны, почему вы то же самое не делаете в Украине, это вообще непонятно, ну, никак. То есть обе страны находятся в одном лагере. Как вы понимаете, Израиль не мог поставлять оружие в Украину, потому что, как вы сейчас видите, почему? То есть мы готовились к войне на север, не на юге, на севере, поэтому все оружие сдерживалось здесь. И когда мы хотели передать ПВО комплексы, которые вышли уже, ну, состарились в Украине, то сразу появились иракские всякие прокси, всякие хауситы, то есть начали опять же делать нагрузку на ПВО, и пришлось это ПВО оставить. Почему? Потому что эти появились. И Америка не дает возможности, то есть туда атаковать, да? Мы один раз пробомбили что-то и улетели, чтобы потом еще раз надо чьи-то, ну, они там как бы держат небо, понимаете? То есть эта игра, все, она очень странная, и на эскалацию, чтобы не играть на эскалацию, то невозможно. Здесь мы возвращаемся, уж извините меня, много раз слышали, наверное, самому для меня, самому лучшему политику Европы, это Винстону Черчиллю. Алкаш был, конечно, но дядька был серьезный. Он сказал: если вы хотите, как говорится, ну, если это перевести, то вы хотите, чтобы над вами смеялись, типа, то есть вы хотите стыд за место войны, то вы получите стыд и войну. Что получила Европа? Она получила и стыд, и войну. То есть они показали себя как небоеспособные вообще. Да, у них есть производство, которое они пытаются наладить. У них нет единства в их лагере противостояния с Россией. Вообще нет единства, то есть у них постоянные споры. И я не понимаю тоже, ну как это вообще может быть, когда может страна такая, как Польша, что-то там вспоминать, какие-то вещи в Украине. Давайте сейчас мы войну закончим, потом будем это, вспоминалки играться, да, кто перед кем должен. За что извиняться, за что извинимся. Только вот сейчас война, и давайте ее как бы общий враг, давайте, да. Борисе, я поставила тобі питання з приводу Трампа і Байдена. Чи Черчилль говорив, що американці дуже довго думають, вагаються, сумніваються, але зрештою приймають правильне рішення? Ізраїльтяни на кого ставлять
Ну, ти ж спілкуєшся, бачиш і запит влади, і запит суспільства. Трамп чи Гарріс, і чому? Якщо можеш пояснити, зроби це. Смотри, есть так, есть какая-то часть, которая действительно хочет победы Трампа, это не секрет, у нас очень много, я не говорю большинство, очень много даже понимающих умных людей, почему. Хотя все знают, что Трамп, его нельзя предсказать, то есть он бизнесмен, он не политик. И для него, что выгодно для бизнеса, то выгодно для Трампа. И для него, может быть, там завтра помириться с Ираном, это хорошо, или разбомбить Иран к чертовой бабушке, это хорошо. Мы не знаем, что от него ожидать. Но хотя бы мы знаем, что он не будет таким, как демократы, которые полностью, часть их голосов подвязана на всяких организациях, которые, как мы видим сейчас, напрямую противодействуют Америке снутри. Но Что ты эти имеешь в виду? почему-то играются с ним. Ну, вот, например, те люди, которые выходили на демонстрации за Палестину, это не люди, которым действительно важна Палестина. Они понятия не имеют. Уж доказано, что где это вообще находится. Это люди, которые пытались, да, ну, теми или иными способами показать силу, да, что вот мы силы, используйте нас там на выборах. Демократическая партия это обняла, приняла, как было и с Билем, помните, да? То есть это они создали вот это движение, которое почему-то решило, что ради того, чтобы вот нас угнетали, и давайте это исправим, почему-то исправим это, давайте убивать белых. Ну, вот такое вот исправление. И они их обняли. Почему? То же самое они сделали с исламистами. Обняли. И те от них требуют. Поэтому у нас это полное, ну, мы не готовы к этому никак. Почему? Потому что если вы готовы на это играться, то мы нет, эти люди прямые враги, они уже доказали, ну, что получилось 7-го, 10-го, ну, это жесть. И потом выходить с головой повязанной повязкой Хамаса в Америке, американские полицейские стоят, смотрят, это нормально, но если у вас это нормально, у нас нет, поэтому мы не хотим ни Камилу Харрис, ни Байдена, не хотим их. Почему? Ну, вот так. От Трампа мы не сильно ожидаем, но Трамп бизнесмен, он не любит сам вмешиваться, он оставит нам делать, как говорится, разгребать с этими делами. А вы как поняли, мы разгребать умеем, хорошо умеем. Поэтому мы на него Да. очень надеемся, что наконец-то нам развяжут руки, не будет вот этого, давайте там гуманитарную помощь. Нет. Мы просто это закончим быстро и эффективно, чтобы страдания закончились у двух народов, и у нас, и у них. И тогда помогайте Газе, восстанавливайте, что хотите делать. Но давайте закончим эти страдания, да, уже, потому что ну, нельзя так продолжать. То есть, насколько я их не сильно люблю, почему? Потому что в Газе живут не очень приятные люди, их воспитали, и с этим ничего не поделаешь, их воспитали просто, ну, как животных. Это все зависит от воспитания, и перевоспитать их возьмет лет 10. И мы этим заниматься не собираемся, поэтому к ним мы не испытываем вообще никаких. То есть есть палестинцы в Газе и есть палестинцы там в других местах. Мы же в других местах ничего против не имеем, нормально с ними живем, вот этих только. И поэтому мы хотим это закончить, чтобы уже кто-то ими занялся. Да? Смотреть на их страдания тоже у нас не вызывает, даже насколько мы их не любим, не вызывает ни у кого. То есть мы не те, мы не русские, мы не можем смотреть на страдания мирного населения. То есть если какой-то террорист там лежит и страдает, мне все равно пускай страдает. А вот, ну, люди, они люди. То есть дети их невоспитанные как животные, неважно, они не виноваты, их можно перевоспитать. Но на данный период времени надо, чтобы все это закончилось. Закончиться этому не дают. Вот и все. То же самое в Украине. То есть, извини Да. меня, в Украине тупо не дают закончиться. То есть, если бы Украине разрешили бить по российским территориям, поставили с самого начала 2000 Брэдли, 2000 танков, и дали Украине возможность обучать войска на территории Украины, они боятся вывозить их в Англию, где их обучают, конечно, хорошо, но бесполезно, понаслушавшись украинских солдат, с которыми я имею очень тесные контакты, обучают прекрасно, но бестолково. То есть реалий войны нету, а им нужны реалии войны, ребятам нужны реалии войны. То есть обучение должно проводиться на территории Украины, а не на... Или же где-то на вот Польше, ну, очень рядом, чтобы, как говорится, отголоски войны были рядышком, да, чтобы можно было с линии фронта привести живой пример, который расскажет, покажет и так далее. Ти бачиш ці відео, спостерігаєш їх в телеграм-каналах з війною ТЦК і тих, хто не мобілізований. Нам часто дуже соромно за ці відео. І знаєш, у нас нещодавно був концерт гурту «Океан Ельзи», і біля входу в Палац спорту, де був концерт, чергували представники ТЦК, і це було, блін, так символічно, коли
всередині залу в військові, інколи на інвалідних військах, які прийшли на концерт з госпіталя, а біля входу чоловіки спортивної статури з кубиками на животі кричать «Ганьба поліції», тому що у них немає додатка, де вони прийняли всі правила держави. «Резерв плюс» він називається. Тобто зареєструвалися, стали на облік, і їх за це просять пройти в відділок. Ну, ясно, що різні ТЦКшники бувають, і серед них і поліція теж по-різному себе веде, інколи за них теж соромно. Але тут, знаєш, два світи зійшлися на одному концерті. Реально, дуже-дуже символічно. В Ізраїлі я жодного разу не бачила жодного відео, взагалі, в принципі, відео про військових, які би говорили, що то, в принципі, не те, що не їхня війна, а що ви порушуєте правила Конституції, я вільна людина, я не маю йти воювати. І від тебе я жодного разу, скільки б ми з тобою не говорили, не чула навіть заїкання про проблему того, що хтось має йти захищати землю. Та? При тому, що Ізраїль дуже маленький, а арабський світ, який зараз проти вас, величезний. До чого я хилю? Мотивація українських воїнів, відсутність демобілізації, ти ж з ними спілкуєшся, ти знаєш, вона зараз знижується. Як мені сказав командир однієї із бригад, дуже поважно, Яніна, моральний стан, морально-психологічний, просто в дупі. Сил нема, сунуть все більше і більше росіян, нас нема кому міняти, інколи з роти залишилося 10 людей живих, людей ми втрачаємо, ти бачиш, що росіяни розстрілюють полонених, і це вони широко демонструють в соціальних мережах. Словом, з боку влади і Генштабу, і Верховного Головнокомандуючого, я не бачу ніяких змін, підходів, звернень, коментарів, що взагалі робити з мобілізацією. Повний нуль. Тобто людина як нічого не коментувала по цій темі, я зараз про Зеленського, так він зараз нічого і не робить. В Ізраїлі такої проблеми немає. І я повертаюся до запитання, яке я тобі вже ставила, але я зараз його перефразую з огляду на те, що ми з тобою говорили там півроку тому і рік тому, вже зараз жовтень 2024-го, окуповано багато, ми вже на території Курщини, Курської області Росії, та де успішно зайшли, але мобілізація, історія з демобілізацією не вирішена. Чому Ізраїль зміг це зробити, Борисе, а Україна не змогла? І чи є комунікація у вас на рівні прем'єр-міністрів, голів Генштабу, головнокомандуючих із суспільством? Чи, в принципі, немає потреби в цій комунікації, бо всім і так очевидно? Замовкаю. Смотри, здесь я как бы, у меня, здесь надо ответить моим словам по поводу Украины с той стороны, что мне немного болит, да? То есть я, как говоришь, общаюсь с солдатами, с войсковыми, и мы, как что называется, слово «братья по оружию», это не просто какой-то слоган красивый, нет. То есть мы понимаем друг друга, мы все понимаем, я понимаю их, они понимают меня, и происходящее, то, что показывают, то, что ты мне сейчас рассказала, это на самом деле плюсов не прибавляет вообще никак. У нас, понимаешь, тогда если делать маленькую разницу, опять же, не надо на меня обижаться, это просто, видать, от моей боли, потому что я помню, как это все начиналось, я разговаривал с ребятами, я первых раненых, я помню, как я их в госпитале видел и с ними общался, с первыми ранеными, которые вот только-только были ранены в начале вторжения. И ребята, с которыми я общаюсь сейчас, это, понимаешь, это не то, что разные люди, это разные планеты. Получается так, что если смотреть по-большому, то есть не вдаваться в мелкие подробности, не уходить в философию, там я не сильный эксперт, там в плане там есть лучшие люди, меня получают зарплаты больше меня. Но смотри, у нас это война для всех, для простого человека, как от простого человека до премьер-министра, да? Это война для всех, то есть она не касается только определенной части населения, а вторая, ежели что, выезжая на лозунгах и криках, выйдет. Как-то выйдет с этого не затронутая, да, и с ним будет все нормально. У нас нет. У нас все реально осознают, что война, она для всех. У нас нет такого, что сын дворника, грубо говоря, пойдет воевать, а сын министра будет за границей тусить. Если сын министра служил и освобожден от армии, а едет служить, тусить за границей. А если нет, будет, как и все, в той части, куда он был направлен. Да, летчик будет летать, пехотинец будет штурмовать, танкіст буде їхати і воювати. Тобто, тут немає. У нас війна одна для всіх. І це виконується, Борисе?
Це виконується? Ну, до сьогоднішнього дня, ну, смотри сам, в моєму підрозділенні, де я служу, да, у мене є люди, бізнесмени, є люди, які там, так як не всі резервісти, є чоловік, наприклад, ну, він на гражданській житті, він дуже відповідальне лицо, його компанія займається, скажімо, оборудованием больниц, да, вот все, то есть это серьезная должность, это огромная компания, это огромные деньги, это огромная ответственность, потому что не дай бог что-то неправильно сделать в больнице, да, в плане оборудования, подведения там инфраструктуры, не дай бог. И человек это, как говорится, бросает все, и уже год на войне. Ну, то есть у нас, понимаешь, у нас сын там министра, ты его знаешь. Ты знаешь, что сын главнокомандующего, вот он, сын начальника генерального штаба, вот он, дочка вот этой главной, ответственной за, там скажем, за HR, да, не знаю, как это, ну, главное по Кадров, людскому. за кадры, кадры, да. Вот, кадры, ее дочка, то есть офицер действующей армии. Понимаешь? То есть у нас все там. И я бы хотел посмотреть на того министра, сын которого пошел вперед, его жена смотрела бы спокойно, что сынок должен покупать все сам за свои деньги, что сынка отправили вперед без возможности ротации, хранения, не дай бог, эвакуации не будет. Я бы хотел посмотреть, что будет дома. Ну, как бы, он вообще сможет ли он жить дома после этого? Или мама не возьмет автомат и не сама поедет воевать, потому что вы что, все с ума посбрели? Ну, люди, они люди. Война бывает разная, но государство у нас во время войны государство и армия сплочаются, да, и все населения, то есть у нас могут быть, вот у вас есть там, например, проблема сейчас, я знаю, очень серьезно стоит, ну, как восстановление государства идет со стороны, да, если смотреть, об этом говорили, идет серьезный вопрос, ну, мовы, да, на этом зацепились и хотят с этого что-то построить, то есть зацепились за чем-то и хотят что-то хорошее сделать, но это делит общество, да, там, на некоторых людей, там, кому удобно, кому, ну, то есть люди есть разные. Есть человек, который это воспринимает конструктивно, говорит, да, мы должны учить новый язык, это все понятно, это наш язык, он для нас может быть и новый, но это наш. А есть люди, которым принципиально вот именно точка, да, вот мое мнение, мое личное, вот пофиг вся страна, вот мое личное мнение, оно выше других. И поэтому, ну, у нас как бы, когда такое случается, у нас объединяются все, даже вот эти сумасшедшие полуумные люди, которые летают в Умань, ну, вот это вот вообще недоразумение. Даже они сегодня, утром, вчера было, большие потери были, очень много раненых, нужно было особая кровь. Они сегодня утром выстроились в очереди сдавать кровь. Как по приказу, им никто не просил. Просто написали объявление, кинули, что нужна кровь особого, вот нулевой резус, срочно. Тысячи людей встали в очередь, вот эти вот, сдавать свою кровь. Знаешь, у нас общество другое. У нас именно общество построено на доверии между нами и правительством. То есть 7 числа было доверие подорвано. У нас, например, вышел пресс-секретарь армии и заслужил доверие людей. Он говорит правду. То есть он может скрывать некоторые вещи из-за военной цензуры, это понятно. Но у нас не скроют потери. У нас никогда в жизни не скрывают потери. Вообще, какие бы они ни были тяжелые, у нас скажут правду. Погибли люди, столько-то погибло из-за того-того, то есть глупость, не глупость наша, то есть наши проворонили, наши какие-то командиры дебилы не досмотрели, неважно что. У нас не будут скрывать, у нас семью, помнишь, мы говорили, семья не заложник. У нас в семье придут и скажут правду. Скажут, если он, если не знает о нем правду, где он из-за, опять же, интенсивности боев и применяемых, ну, просто применяемых боеприпасов, да, человек может ничего не остаться, придут, скажут, что в данный момент он не находится ни среди живых, ни среди мертвых. Но он точно, мы знаем, что точно с ним нет связи. Это придут и скажут. Не будут там маму, мама его искать, сколько дней с ним нет связи. Ей придут и скажут, с ним нет связи. Мы не знаем, что с ним. Пока еще будем искать. И тому доказательство 7-го, 10-го, по сегодняшний день находят останки в Газе. Все это находят, находят ДНК и сообщают кому надо. Я тебе слухаю, мені, блін, реально сумно стає, тому що з приводу довіри під час війни між державою, військом, громадян, між державою і громадянами, тому що громадяни стають військовими. Розумієш, в чому якби біда, Борисе? Ми ж то, в принципі, перед початком війни, коли американці, ви, до речі, теж, і британці в розвідках говорили, що ну, 2 дні
Два дні і вони нападуть. Наш президент вийшов, сказав, що нічого не буде. Розумієш? І мої знайомі, Борисе, поїхали в Бучу. Тому що подумали, що будуть бити по Києву, то пересидять у рідних в Бучі. Ну, там на дачах, у батьків. І росіяни зайшли в Бучі. І частини цих знайомих просто немає. А це чиїсь родичі. Ну, мовчу про інші багато речей. У зв'язку з чим виникає запитання, що потрібно, щоб ця довіра була збудована? Ну, я від тебе почула, а, говорити правду, а, б, у нас немає якоїсь суспільної угоди. Ти розумієш, про що я говорю? Суспільна угода, тобто, щоб ми всі поняли, що відбувається, як нам всім потрібно діяти, якщо ми хочемо жити в цій країні, в Україні, если мы ее любим, хотим, чтобы наши дети тут жили. Какие правила, да? Вот. Какие мы должны правила создать для всех, чтобы они были для всех. Оцього у нас немає. У нас нема кому, блин, це озвучити. Ну реально, немає кому озвучити. Тобто Зеленський робить звіт там щодня по телефону там про те, що він зробив і що не зробив. Але немає суспільної угоди. І пояснень критичних моментів немає, блин, проблемних. Просто в пісок. Але, вибачте, що я емоційна, просто це, блін, так очевидно, і мене це вкурлює, що вони це не роблять. Розумієш, це так очевидно, це, блін, на поверхні лежить. Але я тебе спитаю, ти спілкуєшся з нашими військовими, маєш досвід вашої країни. І зараз ми переживаємо дуже схоже, але у нас, ну, гірше, ніж у вас, з огляду на ситуацію, оснащення, допомогу партнерів, морально-психологічний стан. Що на даному відрізку війни ти вважаєш Україні з боку держави і суспільства треба зробити, аби підсилити історію, а не навпаки, підсилити історію нашої міці, нашої перемоги, нашого тилу і війська у війні? Які помилки треба виправити на даний момент, щоб ми вийшли з цієї війни переможцями? Тому що тут варіантів небагато. Або нас нема, реально просто нема, тобто вони нас всіх знищують, да? Або ми можемо встояти, не знаю в яких форматах, 91-го року, не 91-го року, не маю на увазі територіальних форматах. Ну, я не знаю, це важко, це питання дискусійне, але встояти. Давай я начну с того, как говорится, в психологии есть такой подход, да? Сначала сказать добрые слова, а потом, как говорится, запятую и у вас, то есть как, если не со стороны спрашивать, то, что я видел, и то есть я служил в армии, имею свой собственный какой-то опыт, какое-то образование и так далее, я могу сказать, что те шансы я могу доказать, то есть просто разложить по фактам, это возьмет время, но я могу доказать, что все шансы победы Украины были на руках. Вот они были, вот просто были в начале вторжения. Первые полгода Украина была той страной, которая даже несмотря на все вот эти, что не было долгое время войны, ну, что страна не находилась на военном, понятном военном положении, все вот эти вытекающие из этого, что производство, экономики, люди, привыкшие к мирной жизни, ну вообще вот это все. С этим всем Украина показала, что у нее есть гражданское общество очень сильное. У нее есть потенциал людской, хороший, то есть настоящий, то есть не вот эти вот корейцы одноразовые, уж извините, мне сказала про Северную Корею, это как раз показывает то, что мы возвращались, да, что российская армия, когда мне говорят, она бесконечная, вот она, как я и говорил, она закончится. Нет бесконечной армии. Советского Союза нет 320 миллионов, 300 миллионов. Есть 142, и то натяжки. Поэтому вот они и закончили. Поэтому, да, северные корейцы одноразовые, но, к сожалению, да, это напряжет фронт так, что, не дай бог, можно миллион послать. Но я о чем говорю? Украинское общество показало себя, во-первых, оно все сначала консолидировалось вокруг победы, то есть пошли в ТРО, защищали свои города. Люди защищали своими руками, доказали, что смогли отстоять. Люди пошли, стояли очереди записываться в военкоматы. То есть настоящие люди, да, я не говорю там патриоты с флагами. Нет, это понимающие настоящие люди, которые знают, что это их родина. А ваше правительство, кроме лозунгов, оказалось на самом деле не про родину, а про себя. Вот и все. Вот и все. Вот.
Если бы вот за эти полгода правительство бы перестроилось и стало вместе с народом за Родину, вот именно за Родину, плохая она, хорошая, мы обещаем, что после войны будет, мы ее перестроим, мы построим новую Украину. Без взяточества, такого, как у вас там, без вот этого всего, с нормальным образованием, с нормальной медициной, как у вас водится, у вас отличные люди, у вас действительно была нормальная демократия в плане того, что не воровства, а свободы жизни. Люди жили, как хотели. Никто никого не трогал. Все было спокойно. Были спокойные места, где полиция, если приезжала, там вообще существовала. Это не значит, что там все бандиты. Это значит, что там все хорошо было. То есть все это было. Это показывает, что люди не пьяницы, не пойдет убивать соседа, как в соседнем Мордоре, да? То есть этого не было ничего. И было, но у вас начало правительства сделало красивые заявления, которые просто возбудили весь мир. Все вот это сообщество возбужденное европейское возбудилось. Вау, есть победители, оказывается, нам воевать не надо, они сами отобьются. Смотрите, какие они крутые. Там у них чуть ли не новый Черчилль. А действия, знаешь, народ судит не по словам, а по действиям. И вот это они забывают, что можно говорить красивые слова, можно рассказывать красивые лозунги, выходить с транспарантами. Люди действуют. А через полгода получилось так, что, ну, правительство не идет с людьми, да, то этот депутат, то воровство, то это, то данные, то есть просто сливают данные противнику. Ну, кто в открытую, например, говорит о проблеме той или иной бригады? Это надо, это, конечно, слышится красиво, но ты же знаешь, что бригада находится сейчас в том или ином положении. Какого лешего надо? Надо сказать, что бригаде тяжело, надо помощь. Зачем выпускать там целые посты на весь мир с названиями, с командирами, со званиями, что он сделал, что вы что творите? То есть вы зачем топите этого команды, этого генерала или командира? Вот сейчас его же можно тихо поменять, если он плохой, приедет главнокомандующий, командующий дивизией, там, командующим направлением, и тупо его поменяет. Это же делается в армии, все знают как. Звонком по телефону, даже не надо распоряжения, просто звонком по телефону, то есть передаем, как говорится, свои полномочия другому, до свидос, все. Но когда это делается умышленно, то люди не дураки, они один плюс один увидели. Потом они смотрят, этот депутат сказал там, я пойду на войну, одел форму, а как-то он каждый день в Киеве, война что в Киеве. То есть, а почему твои дети за границей тусят? И выставляют посты, что вы там лохи у себя в стране. То есть, ну, понимаешь, люди это все впитывают. Да, Это может быть неправильно сделано. То есть это может где-то вы... То есть это специально сделано. Где-то это русский может специально сюда там подловили этого малолетнего дебила. Раскрутили на разговор. Этот поснимался круто. Они взяли и выставили. Но люди же смотрят на это, они говорят, мой сын идет в армию. Но, как говорит моя жена, почему мой сын должен был идти воевать и пропасть без вести там как опасный, а его сын должен быть где-нибудь в Европе? У него что? Мой сын хуже его. Ну, почему? Я не хочу, чтобы он пропал под опасный, я хочу, чтобы он одел форму. Ну, папа же получает, и он же вырос на том, на хорошем, на всем от этого государства, он же получил все от государства. Так может, вернем что-то этому государству. Понимаешь, когда у тебя люди готовы возвращать государству, а политики готовы только брать, и потом, если что, поехать в Испанию, а испанцы, ваши союзники, их почему-то не выдают. И деньги их не себе оставляют, не возвращают назад в Украину. Ну вот представь, у вас бы министр украл деньги, уехал бы в Испанию. А в Испании его в аэропорту останавливают, говорят, здравствуйте, дядя вор, Испания не принимает таких, мы не хотим таких людей, ваши деньги на смене, все это грязные деньги. А в вашей стране война. Мы возвращаем деньги в госбюджет. Ну, вы перевели, вот мы же официально на там, не знаю, на счет МИДа Украины переводим эти деньги. А вас, пожалуйста, мы вас не трогаем, не арестуем, просто билет назад. И все. Я бы хотел посмотреть после этого, как бы они за свою родину стали бы болеть. Почему? Ну, не украдешь, не вывезешь, все дома. У нас же, наши же миллиардеры. Наши все министры, где их не считают, где их не пьют? В Израиле. У нас все дома. У нас нету, то есть у него может быть там и недвижимость за границей, и счета за границей, все, что хотите. Но недвижимость, большинство его средств, все здесь. Почему? Потому что государство гарантирует, что у тебя их не отберут, что с ними ничего не случится.
Вот это разница, понимаешь? У нас люди живут здесь, они могут сейчас уехать, поэтому у нас никого не запрещен выезд. То есть мне, да, вот я сейчас пока нахожусь под приказом, но о службе, пока я здесь в еще армии, мне нельзя выехать за границу. Почему? Потому что на меня написано оружие и так далее. Я могу как резервист, мне 47 лет, я не мальчик, я поведу командиру, скажу, у меня дела, мне надо на несколько дней. И как ты думаешь, что случится? Они Він скажут, дозволить. уезжай. Я так в Украину уже летал посреди службы, надо было, меня позвали срочно, я пришел, командиру объяснил, он сказал, да, я знаю про твою работу в Украине, все, езжай. Меня демобилизовали ровно на неделю, чтобы я сдал оружие, вылетел за границу, вернулся, призвался назад. Это подход. Чувствуешь разницу в подходе, да? Да, відчуваю. А ті, хто служить, вони мають право виїжджати, і ті, хто не служить, не мають права, та чи як? Ті, хто зараз знаходяться в резерві, наприклад. Нет, если ты не под что у нас называется, не под приказом, а призыве, езжай куда хочешь. У нас аэропорт открыт, у нас все летают. У меня парнишка в подразделении. Перед призывом, за пару недель до призыва, улетел с женой, с детками за границу на 3 недели отдохнуть просто от этого всего здесь, да? А мобілізація зараз на якому етапі, Борис? Тобто, ну я маю на увазі, це якась всеоб'ємлююча мобілізація чи як? Я не знаю, як це правильно пояснити. У нас нет такого понятия, как мобилизация. У нас началась война, то есть мобилизировали всех, и многие еще сами пришли, подписали там это желание служить, да? И получается так, что тебя теперь с тех пор мы все под приказами, и всех просто отправляют на ротацию домой. Ротация может быть 3 месяца, 4, 2 недели. То есть есть люди уже, которые по четвертому кругу призваны за год. Всех это То есть кого они всех? отслужили. Ну, все, кто считается военнообязанным в плане резервистской службы, то есть вы все призваны, и получается, что люди уже за год, например, некоторые за год, вот как у меня в подразделении, некоторые, то есть подразделение провоевало почти год, его демобилизовали, всех отпустили, вот сейчас опять собрали. Но опять же, собрали нехотя такой собирать, долго давали разрешение. Почему? Потому что люди год подряд воевали. Они все резервисты, семьи, бизнесы. А есть подразделения, которые уже по третьему или четвертому кругу. То есть они зашли, 4-3 месяца повоевали, ушли, их отпустили домой. Через месяц-два опять собрали, они опять зашли куда-то, опять вышли, опять месяц-два дома. То есть дела, работа, вот это все сделать. То есть есть, которые по кругу идут, а есть, которые находятся 10 месяцев или год, их потом отпускают, и все, как бы, ну. Ну тут наші глядачі напишуть в коментарях, що в Ізраїлі немає там активної фази наземних операцій на таких великих ділянках, як у нас, і окупована не така кількість якби території, ясна справа, але все ж таки система справедлива і вона працює. Борисе, я хотіла б, щоб ти кілька слів сказав. Коли будеш знову в Україні, чи плануються якісь твої проекти по реабілітації? Та ну і у нас дуже маленький пласт українців військових, які звертаються до психолога за порадою. Тому можеш кілька слів сказати, чому не варто нехтувати, чому це не лузерство звертатися до психолога. Ну, давай начнем с того, что в Украине я очень сильно хочу. Проект, вот я работал, например, от израильской коалиции травмы, Антифин. Они закончили официально свои проекты на территории Украины, но это организация, это не частная, это что-то организация, международный проект. И, видать, там проекты, которые были прописаны и финансированы, то есть от начала до конца не закончили. Когда будут следующие проекты, я не знаю, а вот именно от меня лично, ты знаешь, что я помогаю там нескольким ветеранским организациям. И самое лично, и, ну, когда они меня пригласят, скажут, что я им нужен, я прилечу, конечно, обязательно. Но это будет после того, я думаю, где-то через месяц-два, когда у нас здесь все, ну, когда я демобилизуюсь уже, в принципе, я думаю, что через месяц-два я, по идее, демобилизуюсь, но я здесь еще нахожусь, то есть я делаю резервистскую службу в двух подразделениях, да, я делаю там в определенном спецподразделении. И вторая моя служба — это я нахожусь в такой подразделений, которые занимаются ранеными там, и погибшими. То есть я занимаюсь ранеными. Я нахожусь в подразделении, которое у нас принято было решение, что сейчас будут сами солдаты еще действующей армии помогать раненым с самого начала, солдатам. Потому что, ну, чтобы вот избежать вот эти вот психолог не нужен и все вот это, когда приходит такой, как я, то уже там со мной много не поспоришь. А почему у вас войсковые не вертаются до психолога? Две вещи. Очень просто. Первое.
Психологи, три вещи, извините меня, пожалуйста. Первое. Понимание, что такое ментально-психологическая помощь, так и не доведена до всего личного состава. Вообще нет. На что мы бились, воевали с командованием ЗСУ, так оно и. То есть, и даже внутри ЗСУ психологи, там и служба психологии билась за это же, но высшее командование, у них свои планы. Поэтому только все. Поэтому, то есть я тебе могу просто озвучить результат. Я общался с ребятами, которые проходили те курсы, которые мы проводили для ЗСУ, и которые потом сами же инструктора ЗСУ проводили дальше, вводили в своих подразделениях. Да? Подразделения, где это было проведено правильно, 85% личного состава, неважно, что с ним происходило, в каких он передал переделках, психологически нормально. Почему нормально? Потому что они знают, как определить, что ему плохо, он сразу идет к психологу. Он знает, что помощь, это его не значит, спишут или дурак. Ему сейчас помогут, он вернется в строй. Это первое, что не дошло до всех. Опять же, почему? Для меня загадка, воюющая армия, такие вещи, которые показывают результат положительный для войска, то есть для солдат, да, для косяка, основного косяка армии профессионально, чтобы его сохранить, ведут себя вот, ну, это не ко мне. Второе, психологи очень частые, которые работают в войсках, не выберешь. У них выгорание. Почему? Нет системы помощи им, развитой для всех бесплатной от государства на высоком уровне. Им приходится платить со своего кармана за эти все супервизии, чтобы это ни было. Но это полнейший бред. Я понимаю, со своего кармана надо платить за обучение, если ты хочешь квалифицироваться еще выше. То есть ты получил от государства обучение 5 лет, а потом я хочу квалифицироваться на чем-то специально, очень-очень специально. За это надо платить деньги. Почему? Потому что это курс уже. То есть это не государственное образование, это уже что-то другое, да? Но когда я должен платить деньги за то, что я должен сам себе помочь, когда я помогаю солдатам, я на государственной службе, это как вообще выглядит? Ну, таким психологом кому будет приятно общаться? Потом третье. Психолог на государственной работе – это психолог малооплачиваемый, в тяжелых условиях работы, о котором никто не думает, а все на него скидывают, потому что психология – это сейчас, ну, это же у всех на слуху. А все забывают, что человек оценивает психолога, приходя к нему именно поэтому. То есть я прихожу к психологу, я вижу, в каком она кабинете сидит, и как она выглядит. Если она вся сама замученная, убитая, чем? Может, не ёбнет? Ну, как бы, заходит военный, видит, против него сидит психолог, сама вся уже просто выгоревшая никакая, ну, он ее обнимет, скорее всего, или скажет, ну, давай поговорим, что с тебя там, ну, потому что вот так. Понимаешь, что если тебя, то, например, я знаю ваших психологов в арту жизни, да? Я некоторых знаю лично, то есть некоторых я приходилось работать во время, когда они подготавливали, я им читал там пару лекций, а некоторых я знаю лично. И я знаю, как их результат их работы. Они отличные психологи, они отлично подготовлены, отличный опыт. Но их сколько по пальцам можно пересчитать? Да, А все правда. страна, которая Все воюет, правда. а страна, которая воюет и не смогла никак даже для себя создать структуру ментально-психологической подготовки внутри армии. Это вообще как? Воюющая армия. Это вообще как? Ну, это как вообще? Вы же понимаете, что моральная, ментальная подготовка – это больше, чем научить его стрелять с автоматом. Человек морально. Посмотрите, давайте, вот мне нравится вот это, деды воевали. Вот давайте обратим внимание, как деды. Почему деды победили-то? Почему эти твари играют до сих пор, как говорится, тебе приписывают то, что не ихнее вообще? Почему деды победили? У дедов, может, и не было ментально-психологической подготовки нужной. У дедов была мотивация нужна. У дедов была сумасшедшая мотивация. Вот они и победили. Они никак, то есть там не из-за страха. Мотивированы были очень сильно, потому что страшно всем, а идти в атаку надо. И никакие отряды тебя не заставят идти в атаку. Мотивация тебя заставит идти в атаку. Поэтому мотивация – это главный фактор. А ментально-психологическая подготовка, когда тебя когда тебя готовят как солдата и с тобой работают на ментально-психологической подготовке, ты понимаешь, что армия о тебе заботится. Ты не единица, которой научились стрелять, и иди сдохни. Тебя подготавливают, тебе объясняют, как реагировать, что будет дальше. Тебе говорят про дальше. То есть, хотят, чтобы ты выжил, блин. Этого не существует. Нет.
Из всей подготовки солдат, которые 2 недели, 2 месяца, 3 месяца, 4, неважно сколько, не могут выделить неделю для подготовки, ментально-психологической подготовки солдат. То есть люди, у вас есть офицеры отличные в учебных центрах, которые не на свой страх и риск, а на собственной инициативе делают эти вещи. На собственной инициативе. То есть они берут что-то и водворяют в это в жизнь. Сами. То есть это девочки, ты не представляешь, это девушки, психологи, офицеры-психологи, девушки, которым надо вставать в роль страшного мужика, орать, материться, пинать, брызгать кровью на них. Зачем? Потому что армия не заботится о этих людях. А здесь они хотят хотя бы заботиться, хотя бы дать им вот этот первейший страх и шок отпустить его. То есть они сами его наводят на них, чтобы они, солдаты, как-то, ну, пришли в себя. Потом объяснять, что с этим солдатом делать, который не выдержал на живом примере. Вот вы видите, пожалуйста, смотрите. И вот когда солдат это видит, он понимает, что с ним работают на его выживаемость, да, его хотят оставить в живых. А когда тебе сказали 4 месяца, тренировали 2, еще потом обманули, сказали, что ты там будешь перо, тебя кинули на передок, обалденная мотивация, я тебе скажу. Вот так мотивировать людей надо научить. Вот если ты хочешь проиграть, вот так это и делай. Вот так вот, вот все, вот не делать ментально-психологическую подготовку, обманывать, держать семью в заложниках, вот когда не знает, что с человеком. Да? Это вот как раз все рецепты проиграть войну. Вот ты хочешь размножение своей армии, получай его. Вот так она и разлагает. Дякую тобі дуже за цю розмову. Слава і свобода ізраїльському народу, слава Україні. І дякую тобі за величезну підтримку, яку ти надаєш нашій країні. Це дуже цінно, правда? Щоб ми побіділи Сердечки. побіди двох народів. Я вас люблю. Будьте сильними. Аналогічно. Ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте. Нам важлива ваша думка. Всім вам дякую за довіру і за те, що підписані на наш канал. Якщо ще ні, будь ласка, підпишіться. Тут ми говоримо на теми, які можуть бути некомфортними, але вони правдиві і вони рухають країну вперед, якщо ми будемо їх вирішувати. Ну і не забудьте скористатися лінією психологічної допомоги для воїнів і їхніх близьких, яка є у фонді Яніни Соколової, у нашому проєкті «Варто жити». Це працює. Набирайте 5522 з понеділка по п'ятницю з 11 до 19 і розкажіть про нашу лінію вашим знайомим воїнам, їхнім близьким. Ми створили цю лінію для того, аби полегшити їхнє життя. Обіймаю. Залишайтеся на цьому каналі. До зустрічі.